мы уже не поднимаем голову, мы уперлись вниз и бежим. Кто на работу, кто куда. Вон небо, вон небо. И там вот эти облака, вот так и мы должны стать каждый облаком, чтобы иметь возможность расширяться, меняться мгновенно. Эх, мне бы еще какую-нибудь скоростную бы снайперскую такую винтовку. Зачем? А потому что мужчина, когда через плечо, и вот вы себе представьте, спокойно идет человек по бульвару, грамотно, спокойно, чисто одет, через плечо дорогой карабин со снайперским прицелом. Не стрелять, а просто как вещь. Вот это да!